Вызовите ему скорую, блядь. Сколько за пивки год не съесть? Пивень. Ему нельзя смеяться. Это я как когда-то... Полным ходом у ребят идет готовка. Наш профессор Гарри Поттер что-то крутит, мутит здесь, стульчики с Икеи собирает. А мы пока можем посмотреть, что у ребят есть. Это вторая кальянная ребят в Нижнем Новгороде. Обнял-обнал. Барная стойка, как всегда, широкая, просторная. Вот моечку сделал бы поглубже, да. Сделал бы поглубже. Так, что у ребят есть по табаку? Это очень много дарксайда, очень много танжика, есть элемент, есть спектрум, прикольно, дейли хука, но это северный, и есть дейли хука. Тут что-то, это альфакер, скорее всего, это вуду, да, вуду. Есть дафтик, который мне последнее время очень нравится. Что здесь, колодочки, колпачки, шланги удобно висят очень. Ну и там уже территория, скорее всего, девочек. Есть вука, по кальянам это дарксайды, десяж, маклауд, а нет, не маклауд, это мэтт пир, мамайчик и вуки. И вот маклауд. Да, то есть без маклауда никак. Это новая татуха на шее, да? Новая татуха на шее, да. Что она значит? Бриллиантик, видишь, нарисован? Ага. Бриллиантик означает. Бриллиантик? Бриллиантик. Что это? Брелок. От Razer? Да. Что нового? Да ничего нового, все по-старому. Так же все, что-то да. Чинишь, делаешь, чашки, да? Чашки забиваешь, кручу, колено продуваешь. Блядь, верчу. Запутать хочу. У тебя что нового? Я скоро стану папой. Миленькой-миленькой принцессы. Мужчина. Да. Рановато, наверное, но я поздравляю тебя. Да, спасибо. Ну, уже нет, там все как бы нормально, выкидыша как бы не ожидает. Не ожидает. Форс-мажоров больше не будет. Ну, отлично. Вот так. Погода вообще. Да, похуй на погоду. Главное, здесь крыша не протекает, и хорошо. Это обнял-обнал. Так себе кальян. И молодец. Сейчас попозже начнется интересная смена. Все кальяны Нижнего Новгорода, запомните этого человека. Кроме как назвать его жуком, сука, я не могу. Чувак пришел типа на 5 минут забронить столик, блядь. Началось все с того, типа, о, дайте подкурись, а что, это ты забивал? Я говорю, нет, ладно. А и в итоге он сидит уже, курит, догу на ногу сложил, раскурил. Нормально курица, брат? Вполне себе. Вполне, ну да, хуйня. На халяву юксу сладкий, блядь. Дружба эта тема такая, что не без этого. Тебе уголечек поменять, братан? работая в Мамуни, я навсегда забыл, что такое вообще пользоваться колпаками. И сейчас у меня чуваки попросили кальян на 7-8, я не понимаю, что такое по-нижегородски, это 7-8, да, поэтому я им сделал такую московскую 7-8, и сейчас посмотрим, зачморят, не знаю, короче. Сейчас спросим у ребят. Ну не горчит, это факт, очень плотненько, хорошо, накуривает так. Сейчас отнесем, посмотрим. Ну ладно, наем на тест. Давай, попробуй. Я знаю, тебя, скорее всего, да, ты сейчас засрешь, да, скорее всего, лёдненько будет. Нормально? Легко. Легко? Пока легко. Да, только что ты пол Нижнего Новгорода отсосал. Прям за щеку так хорошо, знаешь? Соснул. Чё? Хорошо. Нормально, разгоняется? Ну, отлично. Короче, понеслась следующая чашечка. Попросили полностью на мой вкус, примерно крепкость 6-7.
Я предложил, конечно же, свежее, но без суперновы. Короче, и в итоге получился такой микс в моей голове. Ровно 33% в равных долях. Это груша Дарксайда, это фейхоа от Элемента и смородина от Дарксайда. Я думаю, получится самый такой свеженький, приятный микс, который будет очень приятный. Так что, блядь, не тупи. Че, будем курить? Ты меня че пугаешь? Че, будем курить? Да, мы курить, короче. И естественно. Да? Да, кальян, да, вон? Кальян. Отлично вообще. Кто бы вышел? Кто бы вышел? Ты знаешь, когда мне люди говорят, калик. Когда я так подхожу и говорю, ребят, что будем курить, такие, кальян. Я в этот момент так отзываю, долбоёбы, думаю, блять, долбоёбы. Я знаю, я слышал. Мы будем на 7-8. 7-8, по крепости, окей. Надо будет кисто сейчас свежий, надо будет говорю. Сейчас надо, один будет, кальян будет, надо будет сейчас пристреливаться к Нижегородской 7-8, потому что это явно 11-12 для Москвы. На самом когда из арт кальяны. Надо будет попробовать. Кисло-сладкий? Кисло-сладкий. На что-нибудь кисло-сладенькое. Кисло-сладенькое. Короче, давайте я вам сейчас попробую сделать 7-8. А вы мне скажете, реально это 7-8 лет? Потому что, ну, я хуй его знает, как... Ну, Алиса, знаешь ведь? Знаешь, ну, да, да, ну все равно, ну все равно, ребят, привычки есть привычки. Ну все, давай. Так вот, ребят попросили 7-8, как бы, да, по Нижненовгородски, да, и я сейчас им сделаю, короче, как, дафт, кисло-сладкий, кисло попросили, да, дафт, гранат, а потом мы им сделаем Static Starlight и Савелия Оранж. Ну и, конечно же, я думаю, без фригатучи здесь никак не обойтись. Поэтому попробуем сейчас все это забить, вынесем ребятам, и они уже скажут, получилось ли сделать так, как они любят 7-8, или все-таки нет, как бы, блядь. Если нет, то они долбоебы. Ну, короче, вроде на семерочку по-московски натянул. Посмотришь, что скажут чуваки, и я уверен, да, тут не будет по ихнему семерочке. Пойдемте отнесем им калик и посмотрим, что эти ребята скажут. А потом мы их как-нибудь обзовем. Держи. Мясо. Да, я думаю, ну блядь. Давай, давай. Не, может, это попозже будет. Весь сюрприз через день слоями. Ну как бы да, прогреется. Я же не догреваю. Что за дикари в этом городе? Че там, вопрос не местный. Че там видел покрепче? Я покурю его? Лайтовенько. Лайтовенько, да? Ну багаж, да. Все, попозже подойду. Давай, давай. У меня к тебе вопрос. Помимо. Что за наёбка с мини-вука в Neolux? В плане наёбка. Хожу, блядь, на сайт, нахуй, там вообще какая-то хуйня, дичь какая-то, блядь, не то, что у тебя в выпуске было. Они скоро появятся на сайте, Neolux деревянные, да. Они просто разлетелись очень быстро после обзора, прям ну, за 2 часа, наверное. А так что, вообще, ничем не отличается? Блядь, да по факту она ничем не отличается, по факту курение так же, бурлит, блядь, так же. Только меньше, и как бы, ну, ощущения немного не такие, как бы ты вроде держишь как бы и вуку, а вроде как бы и нет. Вроде как-то, ну, маленькая, ты считаешься гигантом. Тот момент, когда можно себя с здоровым хуем просто берешь, хуй к шапке прикладываешь, полно такой любуешься, а как охуенно. Большой, вот, почти как вука. Вызовите ему скорую, блядь. Сколько за пивень сегодня здесь? Пивень. Ему нельзя смеяться. Это я как когда ты сам гуляет. Давай поднимется на пизду и смешить меня. Так, ко мне тут на сменочку табачок таун подкатил. Как дела? Че, будем курить? Ты видела новый Apple Watch? Да. Охуенные? Да. Хочешь все-таки? Нет. Почему? А ну да, вам, да, не нужно ничего. Инфаркт фиксировать. Да, у меня электрокардиограмма. Да, она нахуй в России не нужна будет, блядь. Так принесешь свою электрокардиограмму с Apple Watch врачу, он скажет, слышь ты, блядь, и шаг нахуй, ложись, блядь, и будь тебе пипки клеить на тебя, нахуй. А тут фишка, что если ты упадешь, он через минуту...
Куда? Куда он звонить будет? Скажет, алло, не звоните сюда, что, прикалываете, что ли, блядь? Прикалываете, что ли, блядь? Мы сейчас милицию вызовем, блядь. Че курить будем? Че курить будем? Че забьешь? Че ты хочешь, блядь? Ты забьем. Не Азур. Не Азур. Танш? По крепости? Не, давай не Танш, чтобы она тоже могла. Дарксайд. Ты семерочку. Все, понял. Семерочку какую, московскую или вашу? Не, московскую. Московскую семерочку, отлично, отлично вопрос. Че, наша семерочка? Мощнее. У нас мощнее, просто девочки. Я понял, да. Все, я понял, кисленькая, свеженькая. Кисленькая. Все, я понял. Килган я угадал, а ванганул просто. Бачили щипцы. Без палева. А короче, забьем ребятам кактус фиг, фей хую и суперного. И на этом все. Думаю, получится прикольно. А, охуенно. Вот выбор, выбор, выбор. Так, два шланга ставь. Думал, что, пришел сюда сидеть будешь, да? Нет, я... Все. Все, я понял. Тебе... Нагорел, вечером, нагорел. Шланги одел на себя, и ты теперь миньон сегодня. Да-да-да. Блин, я забыл шутку. Очень грязный Ярик. Как этот мультик называется? Грязный Ярик. Грязный я, да, просто грязный. Грязный Ярик. Грязный Ярик. Как они? Ярик, текай. Как они его называли? Кто? Вот эти миньоны? Миньоны. Как его называли? Я хуй его знаю. Чего? Магнитка там, да, что-то требует. Углей, наверное? Наверное, углей, да. Давай. Давай. По-молодецки. Чуваки, короче, попросили сделать им микс Нижний Новгород. Получилось, вот представь, ты заходишь в такой вот старенький-старенький подвал. И там вот запах бомжей. Да, вот вкус бомжей. Когда он там далеко есть бомжатник, как раз примерно так же там и пахнет. Как дела? Ты видел нашего диджея? У него не MacBook. В смысле, блядь? В смысле не MacBook? Он... Через Винамп играет. Дверь там, выход, да. выход он в той стороне. А у него даже наушники не Пионер, а Sony за 980 рублей, прикинь. Жулик? Жулик. Может, вот, у меня просто нет слов. Что про у нее стропон такой? Стропон? А кого на этим... Вообще-то стропоном кого-то имеют, а чаще всего мужского пола. Откуда ты знаешь, какой у нее стропон? Тебе нравится здесь? Что тебе здесь нравится? То, что здесь вкусняшки дают тебе, да? Нет, потому что здесь папа работает. А, ну это хорошо. Как мы? Бери его. Нет. Что-то дохуя народу здесь, блядь, один. Ты что, не на, тебе сказали на остановку, сиди, жди очереди, блядь. Ты реально жулик какой-то, блядь, диджей, блядь. Братан, это на улице. Пас, говорит, давай. Все на улице тачки стоит, блядь. Слышишь, как кони, блядь, скачут. Что ты делаешь? Расскажи. Мы делаем максимально невкусную забивку с обычным колодцем. А есть необычный колодец? Есть необычный колодец. С тропоном? Не ешь его. Эй, малышка, ты что будешь курить? Скажи, я мужик. Здорово. Что будем курить? Смотри, я курю крепко. Но сегодня хочу 8 из 10. Ага. Без пряности, без мяты, без выпечки. Я понял. Без розы. Ну вот, на той вкус остальное. Все хорошо. Происходит какой-то неистовый бардак. Очень много людей за баром, просто непонятно, что они здесь делают. Посмотри на его лицо. Я
Я тут тебя первый раз видел просто. Это было лет 6 назад, я видел тебя в Ютубе. Понял, что. Да ладно, да ну нахуй. Признал, признал. Все, да-да-да, это ты. Братан, ты был круто, да. А, короче, помните чувака с собачкой, которого я принимал заказ, короче, покрепче? А оказалось, что это, короче, чувак, который курит танжуху, где 50% фрегата просто. Да, но это еще черви, типа, нужно нарезать. Можно еще даже дохи положить, и это где-то на восьмерочку будет. И это еще не отжато. Надо вот так вот. Кручу-верчу, крепкую чашку сделать хочу. Растет блогер, да? Все нормально. Я уже думал этим заняться, на самом деле. Может, ты будешь гриндером подрабатывать? Ну, я хуй его знает, что происходит с Нижним, блядь, но это жесть. У меня сейчас вторую такую чашечку попросили, так что я ее сейчас буду делать. А, чтобы вы понимали, ребят, вот столечко танжа для вкуса. Как бы, да? И... Делай классическая нижненовгородская забивочка, да, блядь. Делай жестче. Делай жестче, блядь. Вот это вот, братан, вот это вот. Starbucks пробовал. Сука. Мне надо с серьезным лицом сейчас стоять, да? Да. Фейспалм просто. А что говорить-то? Сука, первый раз. Это все в блог уйдет, мама, твой, да? Мама, я на Ютубе, мама! Да не, мама не должна видеть это. Давай что-нибудь сложное, сложный микс какой-нибудь. И с танжом, с дарксайдом. И дафт давай. И дафт еще. Дафт все есть или как? Да. Пряничек да. Возьмем. Давай пряничек. Давай. Давай. Давай что-нибудь сам. Что-нибудь. Все, я растерял, блядь, не с этой камерой. Что я вообще делаю? Я беру фрегат, закидываю его в чашку, потом ложу дафта туда, и все. Чуть-чуть дафта, побольше фрегата. Нижний Новгород, салам алейкум, блядь, я в ахуе. Касание, братан. Вот так, блядь, сука. Взрывай, блядь. Это не то. Не прогрелось. Не прогрелось? Эх, блядь. Давай, медленно взрывай, наконец-то, давай, медленно, прям долго. Тяни. Но все равно не догрелся. А? Все равно не догрелся. Сука. Я просто пытаюсь снимать в депрессии. Когда снимаешь. Когда снимаешь полторашку, держишь камеру не вот так, а вот так. Давай, все, еще одна попыточка. Давай, взрывай, давай. Третья попытка. Хуя? Ну, уже лучше. Уже лучше. Охуенно. А, здесь так плотно употребляют фрегат, ребята, что, ну, вы когда-нибудь видели, что фрегат проваливался в кову, блядь? Да ладно, блядь. Чашка пушка будет. Ну, блин, ну, спорно, но мне нравится. Ты мне не останешься на чашку? Да. Точно? Да нет. Короче, бля, не пишет. А давай вот сюда на крыльях. Какао белого цвета. Я это помогаю тебе, помогаю. Привет, обзал, все дела. Кому лист? Фу, знаешь, на что это похоже? Так. На девственную плёву, понял, да? Я просто как-то выковыривал её. Пальцем? Да. Это знаешь, когда выдавить не можешь? Слилась. Сука! Она также, наверное, выдавливается. Давай, взрывай, давай. Пожалуйста. Бля, тортик вонять не будет?
Отойдите, я тохтих несу, тохтих. Понеслась жара, блядь, да, опять фрегат, да. Больше фрегата, богу фрегата. Готовы, блядь, стать колонной. Я понял тебя, братан. Происходит. Не снимай это, пожалуйста. Вот как ты это куришь, блять, а? Вот как ты это куришь, а? Братан, не снимай нас. Я там вину. Ладно, я буду через руку снимать. Братан, как ты это куришь? Охуенно вкусно. Ну, бля, ну как? Ну, что у вас происходит в них? Россия охуенно. А, понятно, Бразилия. Все со своим колоритом. Блогер. Ты камеру своей везде тычешь? Даже когда сексом занимаешься, такой, смотрите. Да? Ты зашился? Ваня. Это достойно лайка, это достойно лайка. Какие сейчас качающие заведения в Нижнем? Обнял на Рождество. Ноль, больше нет, все. Прям реально нет. Прям реально нет. А что с Вергундом? Ничего. Они сами по себе крутятся, да? Да. Ну типа все, ничего, типа не стреляет больше ничего. Типа ХП был, есть и будет. СЛ-ка есть, была и надеюсь больше не будет. А СЛ-ка это смокинг лаунж? Да. А, Тираждинов, привет. Слава, ну он охуенный, он правда охуенный. Он как человек. Прокачаем. Он как человек охуенный, на самом деле. Все, он очень приятный. Ты в ночь? Не, Лёха. Кинул, вообще супер за 10. Кинул график. Давайте вам. Здесь лайк не будем, я еще выйду. Да, пойдем выйдем, Дэн. Что случилось? Да. Я сегодня опять работаю, оказывается. Сегодня? Да. Успокойся. Горит жопа. Что у тебя попросили и что ты будешь делать? У меня попросили очень жирно свежий и с каким-нибудь фруктом. Я буду делать суперновые пикмин и манго. Средний по крепости. Это что-то новенькое. Нет, это чай. То есть пока что только не все вдвоем, да? Чуть-чуть. Сразу, бля, разбежались. А пока его нет, я решил нарушить правила, кто забивает, тот раскуривает, и получилось. И получилось, что кто забивал, тот и раскуривает. Реально свежо, блядь. Короче, хуй его знает, каким-то образом я с забивочек технично слился на угли, блядь. Да, я встаю туда, уголечки поворачиваю, да, и мне заебочек, да. Охуенно, слились. Я накидал там, все нормально. Есть, братан, колодка, есть. Есть. Я справляюсь. Короче, в итоге сижу на раскурочке.
самом деле плотная каточка такая, нон-стоповая. А поэтому как бы, ну, там не получилось бы снимать нормально, потому что нужно было ебать. Смотрите, мне тут одна маленькая красивая девочка подарила карту, чтобы я там отмечал в городах, в которых я был. Эй, спасибо тебе. Пожалуйста. Пожалуйста, ты умничка маленькая. Спасибо. У меня есть теперь карта, которую я буду отмечать, где я был и где я был. Это трусы бывшие. Это тебе. Попробуй и скажи. Канает, не канает. Короче, знаешь, это как будто она вот трусы неделю не мыла, да? А у нее там выделения всякие были. Ей нужно на свиданочку, и она вот их одеколоном Андрей побрызгала. Так и бывает, так и бывало. Какой бывало, у тебя женщина не раз в жизни. Какая плохая жизнь. А тебе поможет, кондиционер? Подвал сделать. А, нет, давай, давай, взрывай, взрывай. Давай, это что? А? Это штрудель? Вроде да. Вроде да. Проверь. Я не знаю, какой он схватил. Как? Есть там еще? Ловушка. Да, да. Штрудель? Это камфорт. Так, трусы бывшие мы вынесли, вроде затащила. А также к нам там сейчас под конец моей смены пришла Даша из Дзержинска, которая владеет кальяной Алиса. И, как ни странно, она тоже попросила какую-нибудь жесткую мерзость, прям крепкую, блядь. И я заебался, серьезно, ребят, эту всю хуйню прогонять сегодня, блядь. Ну что такое? Когда вы сможете нормально курить, я понимаю, вы так курите, это круто, это какой-то показатель, да, там? Но прям настолько, это прям жесть. Почему вас так курят? Как привыкли. Ёбнутые. Мы за сегодня, блядь, реально банку фрегата просто, блядь, вытащили. Всего? Ну, я понял тебя. Одну? Да, я тебя понял. У меня за... Чтобы ты понимал, какие у нас поставки. Это примерно 50-50. Табак, фрегат, табак, фрегат, блядь. Очередные мерзкие ребята. Это Даша с Алисой, Дзержинск. А, это ее бандиты. Объясни мне, как вы, блядь, такое курите, нахуй? У нас гость сегодня просили 70% фрегата, блядь, и немного танжи, блядь. Россия, это по Нижегородскому, понимаешь? Доказано уже то, что... Я вот это, ну, столица. Еле как, короче, даже не раскуривал его. Так, немножко. Ну, чтоб, короче, не заебаться, да? Да. Когда у меня дыхалки, я умру нахуй, так раньше времени, блядь. А мы тут все такие прожжанные просто. Все же говорят то, что крепче, чем в Нижнем, нигде не курят. Бля, это еще и девочек, сука. Легко, да? Ну, пошли вы нахуй тогда все, это... Дава влог, блядь, смена влог, Нижний Новгород, блядь, язык не вяжется, короче, кальянное обнял, всем пока, ставь лайки, подписывайся.